Ковер называется «Гамузада Хуше», Шарпанов Магомед. Схватки готовятся Сабухи Мамедов, Матрахимов, Фаиди. Следующий готовится на помост. Схватка 93+, плюс 2+, Чубатару, Садов. Чупатара против Сагова. Следующая схватка на помощь. 93+. В этой схватке Поледова держал
Амир Юлдашбаев, и вышел в финал весовой категории 92 килограмма. Его соперником будет Марин Пираев. Схватка через 20 минут.